Одренчник крок по кроку, позже А1, лекция 2, подсумование, подведение итогов. Лечебники, числительные. Давайте повторим название цифр. Я читаю вслух, вы также вслух повторяйте, пожалуйста. Zero, jeden, два, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, восемь, девять, десять. Чтобы посчитать от 11 до 20, нужно к циферке прибавить наще. Как будто циферку мы отдаем девочке Насте. Единаще, дванаще, тринаще, четырнаще, пятнаще, шестнаще, седемнаще, восемнаще, девятнаще, двадеща. И цифра 20, 20 ча, имеет окончание ча. Это важно. Также мы узнали два новых вопроса. Сконд естеш, где мешкаш? Откуда ты, сконд естеш? Прочтем примеры. Сконд пан ест. Откуда пан? Естем с Беларуси. Я из Беларуси. Сконд естеш, откуда ты? Естем з Украины. Я из Украины. Сконд естеще. Откуда вы? Вы в значении, что перед нами несколько человек. Естешмы з Польски. Мы из Польши. Сконд они соум. Откуда они? Они соум з Росії. Они из России. Второй вопрос. Где мешкаешь? Где ты живешь? Где пани Мешка? Где пани живет? Мешкам в Минску. Я живу в Минске. Где мешкаш? Где ты живешь? Мешкам в Киеве. Я живу в Киеве. Где мешкаче? Где вы живете? Вы несколько человек. Мешкам в Варшаве. Мы живем в Варшаве. Где он и мешкаем? Где они живут? Он и мешкаем в Москве. Они живут в Москве. И помним разницу «они» – форма «оне», когда нет ни одного мужчины, женщины, дети, животные, все что угодно, когда нет ни одного мужчины – это форма «оне». И форма «они», когда появляется хотя бы один мужчина. Также в комментариях меня спросили, как правильно произносить «соум». Ну, давайте представим Гималаи, сидят йоги и медитируют на слог «ом». Но они не произносят четко «м», «ом». Нет, скорее такое «у», переходящее в «м» с закрытыми губами. «Ом», «ом». Мы добавляем буковку «с» и быстрее немножечко произносят. Получается «сом», «сом». Обратите внимание также, что «пан ест», «ты естеш», «я естем», «вы естеще», «естешме», «сом». То есть здесь нам нужно спряжение глаголов, то, что мы начали изучать. Он, она, ону, мешка, нулевое окончание. Ты всегда будет окончание ш или щ. Я окончание м в данном случае, так как это третье, четвертое спряжение мы пока только изучаем. Вы всегда будет окончание че. Мы всегда будет окончание мы. Они, оне, то есть они. Всегда будет окончание «ом» или «йом». Итак, раз уж мы заговорили о спряжении, самый важный глагол в польском языке – часовник «быть», глагол «быть». Давайте вспомним, как он изменяется. Прочтем вслух. Я естем, ты естеш, он, она, оно, сюда же пан, пани, ест, мы естешмы, вы естеще, они, оне, сюда же пане, когда несколько женщин, панове, когда несколько мужчин, паньство, когда и мужчины, и женщины, соум. И давайте прочтем примеры. Где ест Анна? Где Анна? Анна, то она, венц, ест. Где ест Анна? Анна ест ту, Анна здесь. Где ест Петр? Где Петр? Петр, то он, венц, теж ест. Петр ест там, Петр там. Где естеш? Где ты? И мы видим в скобочках, я написала местоимение,
так как оно не произносится. В польском языке, напомню, я, ты, мы, вы не произносим местоимение, потому что о ком идет речь, понятно, по окончаниям. Где jesteś? Где ты? Jestem с той стороны. Jestem значит я. Я с этой стороны. С той стороны, ты с этой стороны. Где они są? Где они? Они są с тамтой стороны. Они с той стороны. С той стороны, с этой стороны, с тамтой стороны, с той стороны. Набираем себе словарного запаса. Параллельно. Где jesteście? Где вы? Jesteś, мы в дому. Мы дома. Опять же, понятно, о ком идет речь по окончании. Где są Анна и Ольга? Где Анна и Ольга? Две девочки у нас без мужчин, поэтому форма «оне». «Оне są в парку». Они в парке. Где są Петр и Павел? Где Петр и Павел? Мужчины, значит, форма «они». «Оне są в праце». Они на работе. Где są дети? Где дети? «Оне są в школе». Они в школе. Детско. «Оно». Дети, форма «оне», так как среди них в этом слове нет мужчин. То есть может быть и мальчики, и девочки, но так как мы таким объединенным словом «дети» говорим, поэтому это форма «оне». Где сом дети? Оне сом в школе. Где сом Анна и Петр? Где Аня и Петр? Появляется мужчина у нас, мы видим, что он здесь есть, поэтому форма «они». Оне сом в склепе, они в магазине. Где jestem? Jestem в шпиталю. Не дай бог, конечно. Где я? Я в больнице. Следующий глагол – мешкач. Часовник мешкач – глагол жить. Также распрягаем его, вспомним. Я мешкам, ты мешкаш, он, она, оно, пан, пани – мешка, мы мешкамы, вы мешкаче, они, оне, панове, паньство, пане, мешкаем. И читаем примеры. Где мешкам? Мешкам в Могилеве. Где я живу? Я живу в Могилеве. Где мешкаш? Где ты живешь? Мешкам во Львове. Я живу во Львове. Где он мешка? Он мешка в Кракове. Где он живет? Он живет в Кракове. Обратите внимание, что местоимение «он», «она», «оно», «они», «оне» мы произносим всегда, пишем их, говорим про них. Почему? Когда у нас местоимение «я», «ты», «мы», «вы», здесь все понятно по окончаниям. Здесь один вариант местоимения. В словах «мешка» и «мешкаю», ну, то есть вот в формах «он», «она», «оно», «они», «оне», любой глагол, если мы возьмем, здесь несколько вариантов местоимений, поэтому эти местоимения мы произносим, чтобы было понятно, о ком речь. Где мешка Анна? Где живет Анна? Анна, она, венс мешка. Анна мешка в Риме. Аня живет в Риме. Где мешка твое детско? Где живет твой ребенок? И мы помним, что детско, то оно среднего рода. Оно мешка в Прадзе. Мой ребенок живет в Праге. Где мешкаем твои дети? Где живут твои дети? Оне мешкаем в Лондоне. Они живут в Лондоне. Где мешкаче? Мы видим, перед нами несколько человек стоит, и мы спрашиваем, где вы живете? Мешкамы в Парижу. Мы живем в Париже. Где мешкаем Ольга и Павел? Где живут Ольга и Павел? Есть мужчина, поэтому форма они. Они мешкаем в Гданьску. Они живут в Гданьске. Где мешкаем Петр и Кирилл? Где живут Петр и Кирилл? Они мешкаем в Дельхи. Они живут в Дели. Тут только мужчины, поэтому форма они. Где мешкаем Анастасия и Бася? Где живут Настя и Бася? Видим, нет мужчин, поэтому форма оне, только девчонки. Оне мешкаем в Каире. Они живут в Каире. Также во втором уроке мы познакомились с глаголами «называче» – называться, «меч» – иметь, «грач» – играть, «розумеч» – понимать. И сейчас мы чуть-чуть вспомним о спряжении глаголов, хотя подробно эта тема будет в отдельном видео, чуть позже. Итак, мы разбираем третье спряжение. В некоторых учебниках выделяют 4 группы спряжений, в некоторых учебниках выделяют 3 группы спряжений, а четвертое спряжение как будто под раздел третьего спряжения.
К третьему спряжению относятся глаголы, которые заканчиваются на «ач», такие как вот представлены «назывоще», «грач». «Меч» также относится к третьему спряжению, но это исключение. К четвертому спряжению относятся всего 5 глаголов. Здесь у нас представлен глагол «розуметь». Давайте вспомним, как они изменяются, и прочтем примеры. Первый глагол «называться» – часовник «назывоще». Часовник – это глагол. «Я назывомще», «ты назывоще», «он, она, оно назывоще», «мы называмыще», «вы называчеще», «они, оне называемще». «Чень добрый! Витам! Добрый день! Приветствую! Як ще пані назива?» Или же мы можем спросить «як пані ще назива?» Помним, что частичка «ще» такая вертихвостка малышка, она может свободно бегать по предложению, а не так, как в русском языке, когда окончание «ся» приклеено к глаголу. Здесь она может быть свободно бегать. Но помним, что частичка «ще» никогда не начинает предложение и сама по себе она не любит стоять в конце. Поэтому можем сказать «як ще пані назива», «як пані ще назива». Как вас зовут? Как пани зовут? «Называмще Лилія Янушкевич». Меня зовут, я называюсь Лилія Янушкевич. А як пан ще назива? А как пана зовут? Називамще Петр Ковальський. Меня зовут Петр Ковальський. Бардо мило ми пана познач. Мне очень приятно с паном познакомиться. Мило ми теж. Мне приятно тоже. Наступний часовник – меч. Следующий глагол – иметь. Очень важный глагол. Как же он изменяется, прочтем? Я мам, ты маш, он, она, оно, ма, мы мамы, вы маче, они, оне, маю. И читаем примеры. Заодно здесь появляются новые слова. Можно их себе выписывать или сделать скрин экрана. Мам телефон. Я имею телефон. Переведем мы дословно, но красиво по-русски мы скажем «у меня есть телефон». Так вот, когда у кого-то что-то есть, у меня есть, у тебя есть, у него, у нас, у них, всегда строим предложение с помощью глагола «меч», «иметь». «Мам телефон», «маш компьютер», «у тебя есть компьютер», или если дословно «ты имеешь компьютер». «Он ма лаптопа», «у него есть ноутбук» или «он имеет ноутбук». «Он ама таблет», она имеет планшет. Или, если красиво, у нее есть планшет. Они маем пендрайв. У них есть флешка. Или же они имеют флешку. Анна и Ольга маем плите. У Анны и Ольги есть диск. Петр и Павел маем папер. У Петра и Павла есть бумага. Анастасия и Анджей маем друкарка. Анастасия и Андрей имеют принтер. У них есть принтер. Мам кота, у меня есть кот. Маш пса, у тебя есть пес. Петр ма крулика, у Петра есть кролик. Анна махо мика, у Анны есть хомяк. Братья запашны маем тигрисы. Очевище. У братьев запашных есть тигры. Или братья запашные имеют тигров. И напишите, пожалуйста, в комментарии, какие домашние животные есть у вас. И, очевидно же, по-польску прошу написать. Конечно же, я прошу написать по-польски. Колейный часовник – грач. Очередной глагол – играть. Как он спрягается, прочтем. Я грам, ты граш, он, она, оно, гра, мы грамы, вы граче, они, оне, граю. И читаем примеры. Грам в тенниса. Я играю в теннис. Граш в пилке ножном. Ты играешь в футбол. Пилка – мяч, нога – нога. Вместе пилка, ножна, футбол. Но здесь у нас немножечко меняются окончания, так как изменяется падеж. Позже мы будем падежи изучать также. Граш в цо, играешь во что? То есть винительный падеж. Пилка – ножна. Мой брат гра в щаткувке. Мой брат играет в волейбол. Мячик через сетку. Щаткувка. Моя сестра гра в кошиковке. Моя сестра играет в баскетбол. Мячик в кошик, в корзину забрасываем. Кошиковка, баскетбол. Михаил и Петр играют в хоккея. Михаил и Петр играют в хоккей. Они венс граем. Твое детско гра на гитаже.
Твой ребенок играет на гитаре. Детско. Оно венс гра. Наша цурка гра на скшипцах. Наша дочь играет на скрипке. Цурка. То она венс гра. Скшипцы. Всегда во множественном числе слово в польском языке скрипка. Его пшияче гра на перкусии. Его друг играет на барабанной установке. Пшиячель. То он венс гра. Есть слово пшиячель. Переводится как друг, такой хороший, близкий друг. Также мы встречали слово уже коллега. Можно также сказать, что это друг, но не такой прям, чтобы закадычный, близкий, хороший друг. Скорее, это приятель, там, коллега какой-то, друг. Несколько значений слова коллега есть, а пшиячель – это конкретно друг. Ей пшиячулка не игра в игры компьютеровые. Ее подруга не играет в компьютерные игры. Пшиячулка – то она, поэтому ставим форму гра. Пшиячулка – то же самое, переводится как подруга. Коллежанка есть слово. Это скорее приятельница, коллега какая-то. Дальше читаем. Грам с детским. Я играю с ребенком. Грам. Поэтому понимаем, что это я. Граш с мамой. Ты играешь с мамой. Ты, понимаем по окончанию ш. Дядек не игра в карты. Дедушка не играет в карты. Дядек, то он. Смотрим. Он. Ставим гра. И обратите внимание, когда в польском языке есть коротенькое слово, состоящее из одного слога, а перед ним стоит предлог, то ударение при произношении, при прочтении падает на предлог. Дядек не гра в карты. Ей пшиячулка не гра в игры компьютеровые. Бабча гра в домино. Бабушка играет в домино. Следующий глагол – розуміч, понимать. Я розумім, ти розумєш, он, она, оно – розумє, ми – розумємо, ви – розумєче, они, оне – розумєю. Я напомню, что если в польском языке стоит буковка О, то мы четко эту буковку произносим О. Читаем примеры. Розумім язык польський. Я понимаю. Польский язык. Розумієш язык ангельский. Ты понимаешь английский язык. Наш сын, то он, наш сын не розуміє по-хішпанську. Наш сын не понимает по-испански. Розуміємо вас бардо добре. Всегда, когда мы говорим «мы», в окончании глагола будет «мы». Мы понимаем вас очень хорошо. В огуле не разумеете нас, вы вообще не понимаете нас, вы всегда будет у глагола окончание че. Панове разумеем вшистко за первым разом. Они, то есть какая-то группа мужчин, два или более мужчин панове, понимают все с первого раза. Они добже разумеюще навзаем. Они хорошо понимают друг друга. Но нету в польском языке дословного перевода друг друга, поэтому говорим «розуміємще навзаєм», «понимают друг друга», «кохаємще навзаєм», «любят друг друга». И домашнее задание. Написать, можно в комментариях написать, прислать, я проверю, почитаю, мне очень интересно с вами ближе познакомиться. Написать свои персональные данные о себе. Как вас зовут? Называмще, напомню, после этого глагола, как правило, пишем имя и фамилию. Можно написать, как вас зовут, какая у вас фамилия, откуда вы, где вы живете, почему вы учите польский язык, какой у вас адрес и номер телефона. Адрес и номер телефона можно изменить, конечно же, можно не писать.